Мистер Преппер. Пролог. Мистер выживальщик готов выживать. Вы знаете, что-то неладно. Над миром нависла угроза ядерной войны. Вы должны быть наготове. Да, подписываемся на основной доп. Канал. Не забываем, а то можем потеряться, потому что сейчас хренотень какая-то начинает опять. Серия 2 на ютубе, так что я не знаю, что будет дальше. Знаете, вот эта игра у меня довольно давно стояла. Я просто думал, она достаточно сложная. Но ядрить налево, как же я идиот ошибался. Я про себя, народ, идиот, потому что я реальный идиот. Главная задача в этой игре, не привлекая внимания, построить у себя под домом бункер, где мы будем выращивать еду, строить ракету, ну или, я так думал, ядерную бомбу или ракету. Знаете, я, опять же повторюсь, я думал, что здесь все будет сложно, но, как выяснилось, тут все просто. Игра тут, в принципе, 2D с приятной графикой, составляющей, так сказать. Что нужно здесь, чтобы выкопать как по вашему квадрат земли под домом? Правильно. По идее, лопата. Но не в этой игре. Тут мы мыслекопательством занимаемся. Стоим с чертежом, и он мысленно копает. Я изначально думал, что нам нужно будет разобрать ненужные вещи в доме, сделать пилу, лопату, и вот с помощью пилы выпилить пол под домом. Потом лопатой копать. Также я думал, что для посадки семян почвы нам нужно будет сделать подобие грабель и тяпки, чтобы потом посадить, полить, там лейку сделать, и пусть растет. Сорняки там выковыривать только необходимость нужно будет. Ох, ядрить налево, как я, бляха, ошибался. Я не знаю, кто делает этот выкидыш выживальщика, но эта игра ни разу не выживание, какой-то бред просто. Где копаемые мыслями, растения растут сами по себе и прочее. Короче, это очень хреновая игрушка, как по мне, без элементов вообще выживания, только с элементами необходимости жрать и спать. Это симуляция элементов выживания. Игра стоит 400 рублей. Ну, за 50 рублей-то, да, ее, в принципе, можно было взять, но не за 400. Знаете, вот по этой игре я вам могу сказать одно. Человек, который ее делал, ни разу нахрен не выращивал растения, он не знает, как они растут, и он никогда, наверное, не копал землю. Он, наверное, в руках даже лопату не держал, даже не видно, хотя, может, в магазине-то он ее видел, просто не знает, как к этому подойти и что с этим делать. Но это видно, что человек, который вообще ни хрена не знает жизни, называет вот это вот, этот вот высер, он называет этот высер выживанием. Да, здесь есть элемент, то, что надо вам благоприятную обстановку делать в доме, чтобы вас не запалили, что вы там что-то делаете. Но вы сделаете нормальные элементы выживания, интересно, это выпилить пол. Аккуратненько, чтобы соседи не услышали. Господи, эту игру можно было так разнообразить, если бы человек жил. Повторюсь, в реальном мире. Но, видимо, человек, который вообще не знает реального мира, пытается сделать вот такой вот высер.